довольно необычный выпуск. Я хочу показать вам очень интересную штуку, вы ее еще не видели. Я приложила к созданию этой вещи, скажем так, непосредственно свои руки. Вот. Это первый опыт, пожалуй, для белорусских производителей. Такого еще на рынке не было. Это первый в Беларуси beauty box монобрендовый, выпущенный компанией Re-Louis. Сейчас я вам ее покажу. Вот так вот выглядит коробочка. Здесь такая крафт-упаковка, бирочка Re-Louis Club и название самой коробочки. Этот запуск у нас вышел под названием Must Have. Эта коробочка собиралась совместно с отделом маркетинга компании, руководством компании и 8 блогерами, одним из которых была я. Вот. Так что, в принципе, все продукты, которые вы увидите в коробочке, были опробованы нами. И большинство из них были опробованы мной лично. В принципе, все продукты практически отбирались единогласно. Были какие-то возражения, но старались большинство мнений выбирать те или иные средства, чтобы собрать для вас вот такую коллекцию. Здесь продукты для лица, для глаз, для губ, бровей. В общем, тенденция была такая, чтобы собрать для вас набор макияжа, для макияжа лица полностью. Ну что, давайте откроем коробочку, посмотрим, что там внутри. Ну что, вот так вот выглядит коробочка. Здесь у нас продукты, такая вот стружка. Ну что, давайте покажу вам каждый по отдельности. Ну что, давайте посмотрим на каждый продукт в отдельности. Сначала покажу вам продукты для лица. Здесь вот такая вот пудра комплименте. Это матирующая пудра. Я, признаться, раньше ей не пользовалась, но отзывов на нее положительных было очень много, поэтому коллективным мнением мы решили положить ее внутрь. Вот так вот выглядит упаковочка. Здесь, в принципе, все стандартно. Пуховка. Вот так вот выглядит продукт. Я его сегодня уже пробовала для создания этого макияжа. Кстати, если будет интересно посмотреть на то, как я рисовала сегодня себе лицо, я сделаю для вас макияж. Так что пишите в комментариях, выложу в ближайшее время. У меня тон 01, вы знаете, что я такая белоснежка, поэтому всегда стараюсь выбирать самые светлые продукты. Неплохая пудра, довольно такая, как сказать, выравнивающая тон лица. То есть, в принципе, если вы не любитель тональных средств и часто пользуетесь просто одной пудрой, то для того, чтобы выровнять цвет лица, в принципе, вам ее будет достаточно. Я не могу сказать, что я очень часто пользуюсь пудрами, вы знаете, у меня лицо такое своеобразное, у меня кожа сухая, комбинированно сухая, скажем так, поэтому я не так часто их использую, только стараюсь матировать Т-зону. Так, идем дальше. Еще один продукт для лица. Это консилер, но без консилера никуда, поэтому единогласно мы выбрали вот такую вот палочку-выручалочку. Это у нас Cover Expert Concealer. Да, вот такой вот серия Professional. У меня тон 01, светло-бежевый, его я уже пробовала раньше. Мне он нравится, в первую очередь он мне нравится тем, что он хорошо плотно маскирует какие-то прыщики, покраснения, и при этом он единственный, пожалуй, из всех консилеров, которые у меня были, не заметен на лице, то есть он подстраивается именно по тон моей кожи. Знаете, часто бывает такое, что после консилера остаются такие желтоватые некрасивые пятна. Я, честно говоря, это вот не переношу, при том, что большинство средств на лице у меня окисляются. Вот этот вот, он такой белый, знаете, цвета слоновой кости с таким сероватым подтоном, как раз в тон
моей кожи, поэтому, в принципе, даже если я не использую тональное средство, то на лето замазывать какие-то прыщики очень, кстати, неплохой вариант. На глаза, под глаза тоже его наносят, и, в принципе, он может лечь довольно тонко. Можно его уплотнить, если у вас какие-то более очевидные проблемы. Ну что, идем дальше. Давайте я покажу вам продукты, которые мы выбрали для глаз. Первый продукт — это тушь. Это у нас XXXL Extreme Exciting Exclusive Luxury. Вот так вот она выглядит. Я думаю, многие из вас ее уже пробовали. Признаться, мне она как-то в руки никогда не попадалась. Вот, но все единогласно практически ее хвалили, поэтому мы решили выбрать именно ее. Здесь у нас вот такая вот силиконовая ершистая щеточка. Я, в принципе, большую часть времени как раз использую силиконовые, поэтому буду еще с ней знакомиться. Вот, так что ждите, скоро вам про нее расскажу. Еще один продукт для глаз, это, пожалуй, наверное, точно уже must have. Я думаю, такая вещь должна быть у каждой в косметичке. Это черный карандаш. Мы взяли механический карандаш для глаз Artistic Velvet Kajal Contour. Он водостойкий. Заявлено, что он может держаться на глазах до 8 часов. Вот, он такой вельветовый. Вот так вот выглядит, в принципе, стандартный такой механический карандашик. Мне как раз он был нужен, но мне не доставало черного карандаша, потому что предыдущий у меня куда-то затерялся. Вот. А если я не хочу использовать подводку, у меня не так много времени утром, то я часто просто подвожу глаза карандашом, вырисовываю межресничное пространство, вывожу стрелочку, и все на этом. Вот. Чем удобен вообще карандаш, в принципе, Kajal тем более? Его можно использовать вместо подводки, его можно использовать как подложку под тени для какого-то драматичного макияжа. Также его можно хорошо тушевать, знаете, вот для такого смоки, небрежного такого. В принципе, он хорошо тушуется, не размазывается в такое грязное пятно, в принципе, и неплохо носится. И, что немаловажно, он достаточно хорошо смывается, потому что у меня почему-то все карандаши вот такими вот разводами остаются под глазами, когда я их смываю. Этот неплохой вариант, в принципе, он есть в двух цветах, в коричневом, в черном. Я взяла более универсальный, вот, так что тут вам уже определяться с выбором. Ну, и, конечно же, продукт для бровей. Он сейчас у меня на бровях. Кстати, карандашик, который я вам показала, он сейчас тоже у меня на глазах. Вот, мы взяли карандаш тоже механический. Кстати, я вот ненавижу тащить карандаши, не знаю. Я люблю графичность, я люблю графичные стрелки, графичные брови. И поэтому мне приходится тащить карандаш практически через раз использование. Поэтому меня немножко это подбешивает. А механически, вот, кстати, очень удобно. Не знаю, почему раньше я его не взяла. Так вот, здесь у нас карандаш для бровей Brow Wow. Пудровый эффект, естественный вид, без парабенов. У меня в оттенке Soft Brown. Мне, как видите, он подошел идеально, потому что здесь даже нету оттеночного геля сверху, который мне приходилось использовать раньше, когда я пользовалась более светлым карандашом. То есть я неправильно подобрала оттенок. Ну, стандарт. Здесь вот такая вот дюбочка. Его не надо точить, он механический. Вот, очень классная вещь, он хорошо тушуется, при этом он не стирается, если проходиться кисточкой, чтобы убрать какие-то излишки продукта с бровей. Вот, он выглядит довольно натурально, при этом можно нарисовать как такую графичную бровь, как у меня, я такие люблю, вы знаете, так и немножко добавить оттенка и хорошенечко подтушевать. Вот, очень классный продукт, у меня вот с ним какая-то прям с первого взгляда сложилась любовь, я раньше его тоже не пробовала, начала использовать только после того, как у меня появилась коробочка. Так что теперь мы с ним прям друзья, не разлей вода. Вот, по-моему, там, ну, 4 оттенка точно есть для блондинок. Теплый, холодный, коричневый, тауповый, наверное, черный должен быть. Так что, в принципе, я думаю, каждый получится подобрать под свой цветотип. Так что дерзайте. Так, ну что, давайте покажу продукты для губ. Здесь у нас возникали такие споры. Честно говоря, я
хотела видеть в этой коробочке серию комплименти. Это который True Matte и Nude Matte. При том, что была версия того, чтобы предложить вам на выбор продукт из обеих этих серий, кому какие нравятся, кому-то более яркие, драматичные, кому-то нюдовые цвета. Вот. Но как-то большинством почему-то блогеры проголосовали за другие продукты, за какие сейчас я вам покажу. Первый продукт для глаз — это помада серии Altamoda. Я думаю, все ее уже видели. Там 20 оттенков, в принципе, наверное, поэтому на нее пал выбор, что линейка оттенков довольно широкая, и, в принципе, эта помада станет универсальной, потому что можно выбрать любой цвет для себя. Я взяла 06 оттенок. Вот так вот он выглядит, такая пыльная роза. У меня это уже 4-й цвет в коллекции. Вот, в принципе, неплохая помада, уже не раз вам ее показывала, не раз вам о ней говорила. Она матовая, в принципе, хорошо носится. Единственное, что может немножко плешивить, но тут уже как нанести. Еще один продукт для губ – это блеск. Почему блеск? Мы решили сделать коробочку более универсальной. Один продукт выбрать для вас матовый, такой как бы на выход. И второй такой более легкий. Возможно, кто-то носит только блески для губ, не любит матовые помады. Мы выбрали серию Fashion Gloss. Это блеск для губ с зеркальным эффектом. Вот так вот выглядит коробочка. У меня оттенок 13. Я, честно говоря, небольшой фанат блесков для губ. Я больше по помадам. Этот взяла для того, чтобы делать какие-то акценты, омбре. Вот как сейчас у меня на губах. Он нанесен на серединку губ. Для того, чтобы сделать такой более влажный, блестящий эффект и более полные губы, что ли. Вот, там тоже довольно разнообразная палитра оттенков, можете выбрать под себя. Вот, у меня такой вот с блесточками, видите, вот он так хорошо переливается. Как вы видите, здесь у нас внутри 7 полноразмерных продуктов, но также здесь есть 4 подарочка для каждой из вас. Это миниатюрки каких продуктов? Ну, первое, самое классное, что бросается мне в глаза, это вот такой вот флакон, чем-то похож на венозную кровь внутри. Как вы уже догадались, это тинт. У меня в оттенке 02. По-моему, очень классная упаковочка. Здесь довольно много продукта, хватит не на один раз. Так что, если вы еще не пробовали тинт и не знаете, нужен он вам в обиходе или нет, то, в принципе, это отличная возможность попробовать и решить, покупать полноразмерный продукт или нет. Также здесь у нас вот такая вот тубочка. Это у нас праймер, основа под макияж, Prime Step Fresh Look. Здесь вот такая вот кисточка, то есть он у нас как база под тени или как блеск для губ. Вот такая вот кисточка, в принципе, ничего такого особенного. И еще здесь две миниатюрки средств для лица. Первое, вот такой вот рефил, это у нас пудра Pro Photoshop, у меня в оттенке 02, она с таким небольшим шиммером, в общем, такой самый хитовый, один из хитовых продуктов в компании Relu для лица, так что решили тоже его положить, чтобы вы могли попробовать оценить, подходит он вам или нет. И последний продукт в миниатюре, это... Да, это хайлайтер в шариках. Здесь вот такая вот миленькая, маленькая баночка. А здесь у нас тон 02 золотистый. А вот столько здесь продукта. В принципе, я этот хайлайтер ни разу не пробовала, но недавно вот влезла в эту малышку. Стала очень любопытной. Я очень люблю хайлайтеры. Это дает такое очень влажное, красивое свечение. Когда мы были в арт-студии Relu, когда занимались разработкой содержимого этой коробочки, там был мастер-класс визажист, она использовала на девочке вот эти вот
шарики, хайлайтеры, смотрелось очень классно, особенно на ключицах. Обязательно покажу вам во влоге видео с мастер-класса. Ну что, вот такая вот коробочка у нас получилась. Здесь, как я уже вам сказала, 7 полноразмерных продуктов и 4 миниатюрки. А эта коробочка поступит в продажу 1 июня и будет доступна для заказа до 15 июня. Вы можете забрать коробочку позже, главное успеть ее заказать в эти 2 недели. Так что уже, в принципе, сейчас можете садиться и выбирать оттенки, которые вы предпочитаете. Что самое классное, поскольку это монобрендовый продукт, то есть это монобрендовая коробочка, и продаваться она будет в магазине в Минске на проспекте Победителей 5, то вы можете выбрать абсолютно любой оттенок. Здесь нет каких-то фиксированных 2-3-4 оттенков для каждого из продуктов. Выбирайте любой, который вам подходит, которого у вас нет в коллекции, который вы давно хотите. Стоимость этой коробочки, если смотреть по розничной цене каждого из продуктов, то она 28 рублей 92 копейки. Если же брать коробочку целиком, то стоимость этой коробочки будет ниже, 22 рубля 92 копейки. Вот, так что если соберетесь, обязательно выбирайте самые лучшие оттенки. Вы можете заказать через Instagram, написать в директ компании Relu, я вам где-нибудь здесь размещу название страницы. Также можете в любой социальной сети, ВКонтакте, Фейсбуке написать, либо позвонить по телефону в магазин и сделать заказ по телефону. Вот, когда будете делать заказ, обязательно назовите мой ник в Instagram, вот он здесь вот. Тогда вам гарантирована вот эта скидка в 6 рублей на коробочку, и вы получите бирочку с моим ником, вот. И также дадите мне балл в таком небольшом конкурсе блогеров, который будет стартовать 1 числа. Вот, так что если хотите поддержать меня, получить бирочку с моим именем, ну и скидку, конечно же, то называйте ник, обязательно пишите мне, что вы приобрели коробочку с моей бирочкой. Вот, я хочу поблагодарить каждую из вас за это. Вот, надеюсь, вам понравился такой необычный продукт, и я очень рада, что смогла поучаствовать в выборе средств для этой коробочки. Надеюсь, вам тоже она очень понравится. Мы старались для вас. Вот. Так что, если будут какие-то вопросы по поводу продуктов, по поводу заказа, если возникнут какие-то сложности, может быть, не дай бог, обязательно пишите мне. Можете писать в директ ВКонтакте, либо в Инстаграм. В общем, как вам удобнее. Буду рада оказаться полезной. Вот. Спасибо вам большое, что были со мной. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой коробочки. Я вот так волнуюсь, вам о ней рассказываю. Так что, вот, хорошего вам дня!